Я очень люблю тебя, моя святая Михелина. Все, что происходит, оно происходит во имя тебя и нашего будущего. Понимаешь? Да. Спасибо. Просто спасибо. Втратите все на свете, чтоб мати тебе. Все, что навколо, все не дарма. Кожен шукає своє. Хтось по житті мене за собою веде. Сегодня я чуть не снесла забор. Хтось по житті мене за собою веде. Я тогда рассказывала, не рассказывала тебе эту историю. Меня отвлекли, было много людей в машине. Я ехала, мне было все просчитано каждая секунда. Но все орали что-то в той машине и подсказывали мне что-то. Я говорю им раз, помолчите, два, помолчите, три, помолчите, пять, помолчите. Неважно. Ушел. Если нас зацепит, меня у меня нет... Помашите кто-то рукой. У меня нет возможности это развалить будет сейчас. Поэтому я езжу очень аккуратно, я использую все возможные. Что? Хочешь, возьмем мы? Не надо. Нина, Настя, тебя никто не обижает? Нет, все отлично. Михелина, хочу тебе поделиться своими победами на сегодняшний день. Я тоже много чего сделала, чего не было. У меня очень сегодня было хорошее настроение, и я выяснила для себя, как это вечно. Что ты будешь подключить? Выяснила для себя такую вещь, дорогая моя, что у меня всегда плохое настроение. При этом оно у меня всегда идеально хорошее, но внутри себя я ощущаю себя и я всегда как-то устрою это хорошо. Ну это, конечно, deep inside. Сегодня я почувствовала то, что у меня действительно, вот как говорят, хорошее настроение ли у меня. Вот у меня сегодня было такое хорошее настроение, были большие причины. Я много чего получила, что хотела, что не любила, что мне надо. Спасибо тебе огромное. Тебе подарок большой. Ты мне сегодня дала подарок. Я выполню любое твое желание. Подумай осторожно, какое. Поняла меня? Любое. Да, только осторожно подумай. У тебя есть время, и сейчас мне его не озвучу. Потому что сейчас не место и не время. Я тебе не скажу, когда место и время. Окей. Хорошо, да. Дальше. Это через лет сколько там? Нет, уже это будет сегодня. Туда? Уже сегодня? Уже другой разговор. Фух, Настя, ты представляешь, как оно у меня? День был сложный настолько, что я даже в душе не была. И посмотри, сука, как я выгляжу. Знаешь, сколько я потратила времени на мейкап, на то, чтобы выйти? Дима подтвердит, две песни. Третья началась на реплее, и я уже выходила. Я сидела, как бомж Петрович с утра, ты меня видишь с утра. В матрице. Не могла оторваться от наших коньков. Ты видела мои голосовые, которые тебе прислал? Да. Меня разорвало сегодня. Меня разорвало сегодня, я даже была к этому не готова. Я осталась одна и думаю, боги, что мне делать, сколько надо всего сделать. Я такая сижусь за, как всегда, за монитор просто, выкладываю все остальные мониторы. Думаю, так, а где мы были? Так, а мы были там-то. Так, дай-ка гляну, где мы были. Потому что я уже настолько перегружена, у меня лично память в голове, что я не успеваю запоминать и воспроизводить, где мы были вчера. Очень насыщенно все. Я не знаю, как у тебя, может, на себя. Но это круто. Но это круто, на самом деле. Я такая сажусь, короче, с этим монитором, думаю, надо глянуть, где мы вчера были. И я захожу всегда в галерею, смотрю по дням, и для этого я снимаю материал реальной жизни. Рано чи пізно, коли здійде все до кінця, знаєш, як болить. Какая у меня святая Михелина! Почему я святая? По определению, по понятию. Я хочу комплименты в свою сторону услышать. Будет. Опять, когда мы забрали... Святая Михелина — это не комплимент, это лучшее определение по жизни.
вечера. Чего? С того, что у меня столько вещей было, или с того, с моей съемки? Я вот вынулась из-за мной. Была в последний раз с утра сегодня. Настя, я села смотреть, короче, на то, что Михелина снимала. У меня было на это время возможность, я сосредоточилась, прям вот так вот села. Как началось, Михелина, я увидела такую разницу. Ты с каждым днем делаешь это лучше. Ты стараешься, ты вникаешь, ты проникаешься, ты изучаешь, и я вижу эффект. Эффект колоссальный, реальное время. Скажите, где мы красные будем? Сейчас, реальное время. 17:48. Настенька, включи фонарик, он выключается по каким-то неизвестным причинам. Потому что... Маршрут авторынок, Господь со мной. Прямо, что ли? Нет. Маршрут авторынок. Ну давай сначала прямо. Давай прямо, сейчас приедете по дворам. Я знаю, вы приедете по дворам. Тихо. По прямому. Тихо. Доверься мне. Моя святая Михелина. Это лучшее определение в жизни. Комплименты. Да боже, расскажи, что было по видео в галерее. Там было не в галерее. Я не знаю, что это. Смотрела весь материал, Михелина, весь, со всех телефонов, все просмотрела. Ты шикарна в своем исполнении, в своей работе. Мы все исполняем по жизни, есть такое понятие. Вот это ты исполнил, слышал? Да, 4-3, вроде 2. Супер. Оп. Сейчас, короче, типа, тебе нужно перестроиться чуть направо. Потому что сейчас будет поворот направо, как на садик. Дальше мы там проедем прямо, я сейчас буду вести. Хорошо. Да, сейчас тебе направо, на поворот на садик детский. Мама то постоянно на меня ставит. И у нее есть какая-то отговорка, чтобы меня Оля, отойти. Ты там не спишь? Ты спросил у королевы Михелины, как ее королевские дела? Да вообще все было отлично. Это такой... Знал, задала, что ты я. Благодаря тебе я испытала такой экстаз, такой оргазм души. Я знаю, что катарсис. Мне так треба. Сейчас налево я испытала такие эмоции, что я обалдела, я в жизни так не испытала. Видишь, куда серая машина поехала? Туда. Я снимала себя, как я смеюсь. Да так много чести. Слышишь, я сняла, и это стало налево. Человеком двум. Один ты и еще один. Поняла. Нет, не поняла. Это наш близкий человек. Юля? Да. Но она меня всегда поймет. Всегда. Юлечка. Это моя святая певица. Ты мене поклав. У меня шок, типа, ориентир. Я видел, кстати, мы сказали такие эмоции, глаза, что не передать. Настя сейчас рассказывала о том, что нужно развиваться, всегда это один из ключей к успеху. Настя согласна, потому что она сказала, что успех важен в жизни. Ты согласна, Михелина? Да. Боря, ты согласен? Успех важен в жизни? Да. Да, мой котик, да, ты лучший при этом. Мой Сережа. Потому что всегда говоришь «да». Конечно. Да, мама рвет мир. Да, вообще, рвет меня на части. Мы наше второе место. Вселенная тебе. Миру далеко до тебя. Я заявляю это на весь мир, что Михелине, миру далеко до Михелины. Мне так треба. Так треба,
Для чого я знайшла тебе? Для чого я знайшла тебе? Ирина, сегодня ты награждена, я исполню любое свое желание. Поэтому я попросила, чтобы ты хорошо подумала. Ты должна быть просто. Ты готова выигрывать? Мы идем дальше. Уже поздно, треба йти. Уже поздно, треба йти. Какая-то крутая. Покупаем их, Настя, только в одном месте в городе тоже. Потому что я никогда не покормлю ребенка некачественным продуктом. Никогда по определению. Меня так научила о моя святая Матильда. Верю. Настя, я пошутила. Я все воспринимаю серьезно, но с добрым сердцем. Мой герой, удобно тебе? У нас есть еда. Это значит рай. Я не могу готовить. У меня никогда такого раньше не было. Я всегда готовила, тушу. Я тратила на это по несколько часов на одно блюдо. Я выкладывала себя. Я восхищалась этим блюдом, получила такой тень. Но сейчас она входит. Я покупаю лучшие пельмени в городе. Это очень вкусно. Моя любимая. Поинтересовалась, можно ли я зарекламирую вашу точку, как лучшую точку по пельменям для детей. Потом... Да, Боня, как дела, мой герой? Отлично! Я тебе не обещаю, что я любую исполню твое желание, да? Я не дурной маг. Но я рассмотрю любой твой вопрос, поняла? Потому что ты это назовешь, может быть, проблемой или каким-то там чем-то желанием. Спасибо. Девочка, как проедет? Да, я вижу. Боня, посмотри на мамочку. Круть? Да. За твой театр, Михелина, я распланировала себе каждую секунду, расписала. Каждую секунду. На второй еду. Тронулась. Видишь, профессионализм высшей категории. В горку подняться с места на второй.